Dan and beat the producer. Ну что, всем привет, друзья, товарищи. Если вы видите это видео, зашли на наш канал, значит, подпишитесь обязательно, нажмите колокольчик, ведь сегодня такое видео философское. Я стою на рассвете города Караганды и хочу сказать, что наш канал пересек порог 1000 подписчиков. Пусть это не так уж много для Ютуба и для других каналов популярных, да, это вообще минимум. Но для нас это определенный результат, в первую очередь, так как я работаю не на 100%, для меня все-таки это хобби. И хобби, которому я уделяю пока не с мало времени. Если бы оно приносило больше возможностей, возможно, я бы занялся бы плотно этим. И вы знаете, что топовые каналы и все это просто их работа, и они работают там чуть ли не круглосуточно. А во-вторых, так как все многие являются кредиторами, там, депозитчиками и просто пользователями оплаты коммунальных услуг Каспи Банка, сегодня на неделю Каспи Банк открывает рассрочку на год, по-моему, на многие виды товаров. И я решил все-таки, так как из семейного бюджета, так как я человек со среднестатистической зарплатой, не могу выделить сразу сумму на камеру, и я решил сегодня улучшить качество видео. Улучшить его, так я вам обещал это давно, и улучшить его в первую очередь для тех, кто смотрит. Реально у нас есть такие подписчики. И как я уже говорил, давно в старых видео, их мало кто видел и мало кто помнит, что мы работаем даже для 5-3 человек, которые в Караганде регулярно смотрят, видят меня, здоровают и говорят: чувак, мы следим, давай дальше. Мы работаем для них. Почему я говорю мы? Потому что у меня есть еще ребята, которые помогают мне снимать, но нам с ними очень тяжело состыковаться вместе, поэтому видео мало. И сейчас я хочу также обратиться к жителям города Караганды, тех, у кого есть свободное время, тех, кто хочет научиться снимать. Пишите в комментариях, оставляйте свои, так сказать, заявки, и мы рассмотрим их, и может, вы станете оператором нашего канала, и в будущем, когда он начнет приносить много денег, вы будете получать зарплату. Сейчас я не получу за это ничего. Поменяли немножко ракурс, надеюсь, видео улучшилось, и следующее видео, надеюсь, уже вы будете видеть в более четком качестве, в более лучшей зрительной передаче, и вам будет более интересно мое видео, и я надеюсь, что вы будете наслаждаться, смотреть и наслаждаться. Вот. Так что с белого ведерка, с новой видеокамеры, с порогов 1000 подписчиков канал, я надеюсь, будет начинать набирать обороты. И так что те, кто сейчас смотрит и не подписался, кто со мной входит в эту кабалу на год, это реально кабала, потому что месяц, каждый месяц, кто знает, что такое кредиты, тот знает, да, что каждый месяц нужно отстегивать. Но это все-таки рассрочка, а не кредиты. Товары реально выходят по сумме, так как они стоят в магазине. И поэтому сейчас мы начинаем уже новое видео. Вы увидите сейчас, насколько улучшилось качество. Ну что, погнали, ребята! Друзья, вот она, новая камера. Вы теперь видите, посмотрели ролики, как она снимает днем, как она снимает ночью.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь качество улучшилось, а еще, возможно, с новым качеством будет также и новая рубрика. Пока не все в задумках, если получится, я думаю, будет очень интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. А белая ведерка уже начала шумиться, и как вы видели, и скоро будет новая серия. Всем удачи и пока!